Итак, в прошлом уроке мы создали голову. Открываю этот файл. Корова 1, голова. Теперь создадим тело. Для этого нам нужно опять удалить одну половину головы. Отключу модификатор MaxSmooth. Выделю полигоны, принадлежащие второй половине головы, и клавишей Delete удалю. Теперь опять эту часть отразим, сделаем Instance, чтобы все изменения, проводимые с правой частью, применялись и ко второй части. И вот так присоединим. И можем продолжить вытягивать тело. Нам надо выделить вот правую часть, а левую мы опять заморозим, чтобы она нам не мешалась. Выделяем вот этот полигон. И по образцу выдавливаем кнопкой Extrude. Здесь Bevel уже не подойдет, так как у нас посередине идут точки, чтобы они оставались на месте. Итак, Extrude. Смотрим на образец. Как-нибудь так выделим, выдавим. Теперь вертексы поправим. Можем посмотреть вид сверху. Здесь вижу, что нужно еще расширить. Таким образом. Вот этот нижний вертекс точку еще немного оттянем в сторону, чтобы получилась такая фигура. И продолжим выдавливание. Вот этот полигон нижний нам нужен специально для того, чтобы отсюда продолжить создание ног. Так, продолжим. Здесь уже вам, по-моему, и показывать-то смысла нет. Вы уже все это умеете. Просто выдавливаем по картинке и все. Здесь иногда смотрим на толщину. Здесь вот я вижу, что можно нижнюю часть туловища растянуть. Здесь как раз видно, насколько растягивать. И эту часть, эту
точку. Здесь пошло на сужение. Здесь еще сузим. Сейчас, если мы включим EXMOD, то видим, что у нас раздвоилось. Для этого нам надо полигоны внутренние удалить, чтобы такого не происходило. Так. И тут заднюю часть уже можете сами отрихтовать, как говорят жестянщики. Дальше вытягиваете хвост. Для этого, наверное, лучше вот этот полигон разделить пополам, потому что он прямоугольный. Так, я сейчас его разделю кнопкой Cut, вот примерно так, и эти полигоны выдавим, точнее выдавим один полигон. Не забывайте, что вы можете эти полигоны и поворачивать. Еще раз выдавим, еще раз повернем. Ну, здесь уже, как вам фантазия подсказывает, сделайте хвост. По образцу я вижу, что у нас хвост на образце идет выше, начинается. Но это не столь важно. Вот, в принципе, и хвост готов. Сейчас можно просто посмотреть, как это будет смотреться с включенным сглаживанием. Здесь опять-таки нам нужно удалить внутренние полигоны. И вот результат. Итак, на этом я урок этот закончу. В следующем уроке сделаем ноги.